Приветствую вас всех в этот летний день. Не солнечный, правда, по крайней мере, в Москве. Вот, но все равно жизнерадостный. Как вы уже знакомы с нашей темой, сегодня мы хотели бы немножко отклониться вот от конкретной тематики, которой обычно посвящены ваши семинары, и посвятить таким базовым понятиям, как ИБС, информационная образовательная среда. Собственно, эти темы мы мыслили поместить в самом начале нашего курса, как введение. Ну, получается, как некого рода обобщение итогов, собственно, тоже имеет право место быть. Да, представлю себя. Костюк Константин Николаевич, я генеральный директор издательства «Директ Медиа» и руководитель ЭБС университетской библиотеки онлайн. Ну и как вы, наверное, почувствовали по всей атмосфере и всех наших мероприятий этой летней школы, мы подходим к электронному образованию немножко с новой стороны, с нового угла, с точки зрения ЭБС, как мы называем, контентных систем. Это не очень, как мы считаем, традиционно, предполагает свои какие-то акценты, свое видение. И, собственно, вот это видение, вот эту связь я и хочу представить в сегодняшнем нашем коллоквиуме. Ну, я планировал построить этот коллоквиум, в общем, как первую часть обычного выступления, где я бы вот изложил основные позиции и воззрения наши. Ну, во второй части, сколько там останется время, попробовать организовать обсуждение и моей позиции, и какое-то высказывание собственных точек зрения, и надеюсь, что нам помогут коллеги организовать такое коллоквиум. Итак, тема звучит ЭБС, информационная образовательная среда. Что это такое? В первой своей части я попробую просто изложить основные руководящие понятия, как я их определяю. Ну, во-первых, ЭБС, думаю, не часто у вас эта тема поднималась. ЭБС мы привыкли ассоциировать не с электронным образованием и курсами, а со своей какой-то средой, со своей отраслью, прежде всего связанной с книгами. Но, как мы увидим, без контента, без книг, учебников никакую обучающую систему себе представить нельзя. Поэтому, собственно, одна из наших миссий – это добиться, чтобы электронные библиотечные системы стали органичной частью информационно-образовательной системы. Вот. Ну, а для начала, может быть, не все плотно сталкивались с ЭБС, самые общие понятия, что же это такое. Ну, во-первых, ЭБС – это электронная библиотека, с этого надо отталкиваться, но это так определить было бы недостаточно, потому что электронных библиотек тысячи и тысячи, у всех свои цели, разные формы, а вот ЭБС – это достаточно специфичные и сложившиеся по своему стандарту электронные библиотеки, прежде всего предназначенные для вузов, для учебного образования. Я здесь привел два таких базовых определения. Первый, он, по сути дела, воспроизведен в самом первом документе по этой теме, в докладе электронной книги, электронной библиотечной системы от тех, кто запускал это все в ход. И звучала она вот так. Электронная библиотечная система – это совокупность используемых в образовательном процессе электронных документов, объединенных по тематическим и целевым признакам, снабженные дополнительными сервисами, облегчающими поиск документов и работу с ними, и соответствующие всем требованиям в ГосВПО и иных нормативных правовых актов. Вот. Я считаю это определение довольно корректное, объемлющее. Оно главное указывает на наши специфические черты. Это использование в образовательном процессе и то, что ЭБС должна подпадать под требования министерских документов в ГОС и другим. Вот. Но тем не менее, если вы взглянете внимательно в это определение, она не определяет
нечто особенное. Она, по сути дела, является определением электронной библиотеки. И ЭБС от электронной библиотеки отличить в таком определении не так просто. Поэтому я предложил свое, более, как я считаю, именно нацеленное на функциональные особенности, где я определяю ЭБС как электронную библиотеку, задачи которой определены целями информационного сопровождения образовательного процесса высшего профессионального образования, в процессе формирования которой реализуются традиции, нормы и потребности создания и использования коллекций учебной и научной литературы. То есть основная функция – это учебный процесс. Ну и что мне кажется важно, что ЭБС развивается в очень тесной связи с традициями библиотечного дела и должны отвечать всем стандартам, которые здесь предъявляются. Вот. Но это общее, так сказать, понятие. А если немножко конкретизировать вопрос, ЭБС у нас ведь одна из самых первых элементов того, что мы называем информационно-образовательной среды. И началось это все довольно недавно, а сегодня уже представляет такую реальную университетскую отрасль. Практически каждый вуз в России снабжен ЭБС или собственный, или внешний. И происходило это в течение последних 5 лет. В 2009 году начинают выходить в ГОСы, в которых появляется пункт о том, что каждый учащийся должен быть обеспечен доступом к ЭБС из любой точки интернет. И это, собственно, и есть интернет-революция или цифровая революция в нашем вузовском деле. В 2011 выходят нормативные требования в виде приказа Рособорнадзора, которые наполняют ЭБС вот тем, что я сказал, определенным стандартом. После этого начинается период интенсивного внедрения, так что практически все вузы на сегодня имеют доступ. Ну а последний год ознаменовался отходом от вот этих обязательных норм Рособорнадзора. По сути дела, этот приказ отменен, но тем не менее значимость ЭБС сохранилась, и точно так же в ГОСах 3+ остается пункт о том, что каждый обучающий должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким ЭБС, электронным библиотекам и к электронной информационной образовательной среде. Вот это и помещает ЭБС совершенно в другой, в новый контекст. И, собственно, это и будет примером нашего сегодняшнего разговора. Я вот вижу по репликам, что звук прерывается. А воспринимать меня получается, или это очень большие перерывы? Иногда, да? Ну, тогда будем действовать, двигаться дальше, как получается. Вот, итак, сегодня ЭБС обязательный нормативный элемент, и пусть им руководят уже не те там нормы, которые были еще вчера, количественные, которые критиковались очень сильно, вот, но в плане вот обеспечения учебной литературы ЭБС вполне успешно реализует свои задачи. Ну и, надеюсь, все знакомы с нашей электронной библиотечной системой, университетской библиотекой онлайн. Если кто-то не является нашим подписчиком, то вы всегда имеете возможность зайти, посмотреть, получить тестовый доступ и вообще задуматься об интеграции, о которой я сегодня буду рассказывать. Еще пару моментов, которые важно иметь в виду, когда мы говорим об ЭБС. Ну, во-первых, что ЭБС – это облачное решение. Это, как правило, особенно внешний ЭБС, не то, что находится на серверах вузов, а то, что предоставляется всегда как услуга и находится в облаках.
Тоже следует знать, что ЭБС, как мы называем, контентные системы, не ограничивается сугубо контентом, как это привыкли видеть. Как видите, составные части – это, во-первых, платформы, ее технические компоненты, и достаточно сложные, не ограничивающимися обычными функциями вот простой электронной библиотеки. Ну, во-первых, это репозитарий, хранилище электронных книг. Это, так сказать, как раз обычно для электронной библиотеки. Дальше это система баз данных, где и клиенты, и метаданные, и различные другие, в том числе все это подпадает под закон о персональных данных, то есть это уже не может быть сервис такой, созданный на коленке, это серьезная ответственная платформа. Административный модуль управления ЭБС тоже, да, достаточно мощный инструментарий должен быть в каждой ЭБС, чтобы всем этим работать. Модуль чтения, самое главное для потребителя читалка, и различные информационные сервисы, которые, собственно, и создают вот это информационно-образовательные элементы. Личные кабинеты пользователя, кабинет управления библиотекаря, функции полнотекстовых поиск, статистики и многих других информационных сервисов, о них речь будет идти в других каких-то контекстах. Ну и, разумеется, контент, то есть, так скажем, учебная книга и научная периодика, к которым должен быть доступ, это предоставляется в PDF. Тоже как такая особенность большая, потому что электронные библиотеки для розницы там в интернете, как вы знаете, в основном ориентируются на форматы EPUB, FB2. То есть просто для чтения PDF, оно нужно прежде всего для работы и с учетом того огромного массива контента, который необходим в ЭБС. Ну и мультимедийный формат, которому мы будем посвящать следующую наш семинар. Ну, а о том, что такое СДО, система дистанционного образования, я много распространяться не буду. Вот здесь я как раз рассчитываю, что вы уже более-менее специалисты. Ну, использую самое общее определение. Это система управления обучением, используемая для разработки, управления и распространения учебных онлайн-материалов в дистанционном режиме с обеспечением совместного доступа. Ну и теперь, что, собственно, связывает вот эти две вещи, два феномена, насколько они между собой различны и общие. Как мы с вами уже видели на примере базовых определений, и там, и здесь идет речь о переходе в цифровой формат, о работе в цифровом режиме. Причем особенно это очевидно в случае ЭБС, где в цифровую форму переходит бумажный учебник, книга. И, собственно, электронная библиотека ЭБС, в виде ЭБС, ставится с собой главной задачей заменить учебную литературу с бумажных носителей на цифровые аналоги. И это контентная система. А вот СДО, она имеет в первую очередь все-таки не с контентом дело, а с сервисами и самой программной средой. И главное, с самим процессом образования. Это система дистанционного обучения, переводящая обычный наш учебный процесс в цифровой режим. То есть, если в первом случае мы имеем дело с контентом, во втором случае, скажем так, имеем дело с процессами. Поэтому, разумеется, сама природа этих двух сервисов весьма различна. Тем не менее, вот то, что мы с вами встретили в новой версии федеральных образовательных стандартов, задает несколько новый вектор развития. Там не написано просто об ЭБС или просто об ЛМС, а написано именно о информационно-образовательной среде. И вот вокруг этого нам надо теперь плясать. Все это понятие очень неопределено, у каждого свои точки зрения. И даже во ВГОСах они очень размыты, требования к ИОС. Все это придется придумывать нам заново. Но, тем не менее, вот базовое
как бы определение места, где это впервые появляется, по сути дела, в нашей Конституции высшего образования, в законе об образовании, где прямо пишется о том, что информационно-образовательная среда должна создаваться в любом вузе, который практикует электронное обучение. Ну, зачитываю этот пункт. При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения в организации должны быть созданы условия для функционирования электронной информационной образовательной среды, включающие в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающие освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме, независимо от места нахождения обучающихся. Ну, как вы видите, сюда все положено, все, так сказать, широкие понятия, образовательные ресурсы, телекоммуникационные технологии, но важна сама цель, что освоение образовательных программ должно быть без всякого ущерба в виртуальной форме. Так, ну я вот ваши вопросы уже вижу, наверное, я буду отвечать на них после хотя бы главок наших, чтобы не прерывать логику движения. Итак, переходим к понятиям информационной образовательной среды. Как я сказал, пока, вот, на мой взгляд, это самое неопределенное понятие, которым только мы оперируем, которое вот пробралось в наши нормативные документы. Вот по одному из определений я, собственно, довольно произвольно их нашел. iOS – это интегрированная цифровая образовательная среда, основным назначением которой является качественное изменение процесса преподавания базовых и специальных дисциплин и контроля знаний. Вот как вы видите, здесь, по сути, упор ставится на тоже на программные средства, на цифровую образовательную среду, на интеграцию. И если бы мы так определили, например, LMS, большой разницы мы бы не заметили. То есть очень часто iOS практически отождествляется с LMS, с системой дистанционного образования. А вот другое определение дает несколько иной аспект. iOS – это комплекс аппаратных и программных средств, направленных на реализацию обучающей деятельности. Путем создания единого информационного и коммуникационного пространства она обеспечивает доступ пользователей к информации учебного, методического и организационного характера на базе клиент-серверной технологии. Ну, хотя здесь вот много тоже технологических средств и упор на аппаратные программные средства, тем не менее в центре оказывается единое информационное коммуникационное пространство, обеспечивающее доступ к информации учебного и другого характера. То есть в первую очередь трактуется как информационная платформа, как доступ к контенту. И вот на примере такого определения можно видеть, что iOS можно определить и как контентная система, и, скажем, в основу положить технологии, природу EBS. Ну и почему, собственно, iOS появляется после того, как внедрена EBS, как уже много лет практикуется система дистанционного образования? Это, собственно, не случайно. Мы в своей работе в EBS и вы, разумеется, в работе с LMS-ами все страдаем от и недостаточной популярности, и неактивности в использовании. Вот, по сути дела, тот эксперимент, который прошел с EBS, имел противоречивый результат. С одной стороны, и это уже внедрилось в жизнь, и достаточно популярно, и рост статистики растет. В то же время это не стало вот таким тотальным сервисом, чтобы каждый обучающийся обязательно работал с EBS. Вот по нашей статистике, хотя она выросла,
регистрируется в ЭБС не более 50% обучающихся. Вот, в общем, это половина учащихся, было еще не так давно вообще 10%, рост налицо, но тем не менее, это, конечно, не то, что должно. Если кто-то ходит в ВУЗ и учится, он должен на 100% быть интегрирован в эти вещи. Поэтому пассивность в использовании ЭБС – это следствие того, что в изолированном своем виде просто контентные системы недостаточны, не очень эффективны, и нужно думать что-то дальше. И, собственно, у систем СДО, на мой взгляд, такая же проблема, они не имеют ценности без контентного наполнения. А контентное это наполнение очень и очень пока бедно. Если не удается найти вот такой полноценный контент, если не удается дистанционное образование включить в живой учебный процесс и в очном образовании, то СДО, как правило, тоже буксирует и иной раз даже является таким мертвым, неживым продуктом. Вот, собственно, и тут тезис тот же самый. В изолированном виде СДО тоже недостаточен, и вот такой ситуации удовлетвориться нельзя. То, что на виду требуется одно для другого, это как раз их интеграция. Активное использование ЭБС в формате электронного обучения как часть, как дополнение к СДО – это условие существования информационно-образовательной среды. Вот, собственно, что я и постараюсь теперь доказать и показать. То есть информационная образовательная среда – это следующий такой синтетический этап информатизации образования. И если вот емко пытаться определить его, можно сказать так. ИОС – это сумма, совокупность ЭБС и СДО. То, как они работают и должны работать вместе. Вот. А на выходе мы должны иметь новое качество образовательных технологий. И если говорить, так сказать, обобщая, то разрыв между системами ЭБС и СДО как причина их нежизнеспособности и торможения модернизации российского образования должны быть преодолены в их синтезе в информационно-образовательной среде. Вот так, я считаю, должна стоять задача. А теперь немножко подробнее о том, что такое информационно-образовательная среда по ее структуре, по ее строению. По сути дела, говоря информационно-образовательной среда, мы уже говорим о каком-то упорядочивании вот этого нашего информационно-коммуникационного пространства. Вот. Причем это упорядочивание мы можем трактовать в нескольких ключах. Ну, во-первых, как система. Недаром все у нас обычно здесь называется системой. ЭБС-система, СДО-система, ЛМС тоже система. А вот почему-то информационно-образовательная среда не называется системой. Потому что это более общее понятие для других видов упорядочивания. Например, можно упорядочивать как комплекс элементов. Да? И как правило, то, что, все, что связано с информационно-коммуникационными технологиями, это довольно там сложный конгломерат. Ну, во-первых, как сеть, то тоже одна из вещей, которые часто здесь у нас используются. И, наконец, конгломерат как совсем свободное расположение элементов. Ну и среда на этом полюсе, я считаю, это просто понятие порядка, которое наиболее отдалено от принципа системы. То есть в нем уже нет никаких вот таких процессуальных зависимостей жестких. Это, по сути дела, даже не сеть с ее структурной какой-то ясностью. Средой можно назвать все. Среда – это окружение. То есть это, по сути дела, обозначение многообразия и произвольности связи между элементами образовательного процесса. Поэтому здесь скорее речь о некой структурированной свободе. Ну и вот в виде этих стрелочек мы видим, что вот это вот различие в трактовке быть ИОС-системой или быть ей просто некой средой, она порождает различные подходы
в том, как конструируется iOS. И тем не менее, вот главной составляющей этой среды можно достаточно несложно вычленить. Ну, во-первых, что это? Технические средства, то есть это все коммуникационные средства, сервера, компьютерная сеть, программное обеспечение, то есть все, вся матчасть, которая требуется для реализации всего этого дела. Вторая составная часть обязательная – это некое информационное наполнение. Контент, книги, файлы, учебные материалы. Бесспорно. И, наконец, третья составная часть – это уже различные организационные процессы, то, как реализуются вот этими программными, техническими, информационными средствами преподавательские методики, различные подходы, учебные программы, как здесь работают административные структуры. Вот как вы увидите, вот эти три элемента, техническая, информационная и организационная часть, они, собственно, являются столпами любой конфигурации ISO. Ну, а если мы возьмем, например, и наберем в Яндексе картинках понятие информационно-образовательная среда, вы сразу увидите, куда, так сказать, общественный разум клонит, и что он в первую очередь ассоциирует с этим понятием. Вы видите, тут в первую очередь схемы самого различного образа. То есть это ясно не система, и в то же время не просто какая-то нерасчлененное множество. Это различные схемы взаимодействия. Схемы того, как мы разные элементы наших коммуникативных средств объединяем для того, чтобы вести учебный процесс. Ну и из этого исходит два магистральных пути, как мне кажется, к тому, как мы можем строить нашу информационно-образовательную среду. Ну, во-первых, комплекс или конгломерат, то есть наиболее свободный путь, и он же традиционный. Это просто добавление к тому, что у нас есть, еще одного какого-то там элемента электронного. В этом случае просто каждый модуль добавляется до кучи, как-то там встраивается, интегрируется. Ясно, что это довольно просто для процесса интеграции, соединения, но налицо некие издержки. То, что сохраняется много окон входа, очень много различных технологий, нужно все знать, все уметь, и нет, собственно, внутренней взаимоинтеграции разных систем в iOS. То есть это такая iOS количественные, скажем так, а не качественные. А вот если идти от понятия система и строить какие-то выстроенные системные взаимодействующие структуры, то мы пойдем по другому пути, по пути интеграции комплексных профессиональных платформ. Ну, это когда, например, крупные разработчики, в том числе международные разработчики, как Blackboard или реферативные базы, такие как Scopus Web of Science, сразу предлагают целое множество различных взаимосвязанных систем, и которые решают сразу комплекс задач. Этот подход достигает высокой степени внутренней консистенции систем, то есть дает качество более высокое, больше логики. Но, разумеется, внедрять такие вещи довольно непросто, и стоят они немало. В общем, это самостоятельный такой путь. Именно путь. Ну и вот на схеме вы видите то, как, ну что же сейчас буду дальше рассказывать о том, как эти вот элементы вместе связываются, интегрируются, путем ли системной взаимосвязи или просто добавлением одного к другому. Но задача одна, вот на нижнем уровне, это объединить внутренние ресурсы вуза, контента прежде всего имею в виду, внешние ресурсы ЭБС в первую очередь и системы дистанционного образования, чтобы они работали вместе. На втором уровне это, собственно, кто исполняет вот это все,
библиотека в союзе с департаментом электронного образования, так скажем. Вот, собственно, все это я и представляю как информационно-образовательная система. Вот, так что это был у нас самый большой раздел, касающийся общих понятий. Дальше будет все покороче, быстрее. Давайте я отвечу сейчас на вопросы, которые поступили по мере. И можете заодно сразу вот по этой части задавать и дальше. Так, ну здесь вот и какие-то реплики о том, что качественные учебники, книги обязательно нужны. Про PDF-формат, вот вопрос и реплика. PDF-формат неудобен при работе на планшетах и мобильниках. Ну, сразу соглашусь, про мобильники и смартфоны это действительно практически не подходит. А вот по поводу планшетов уже не соглашусь, потому что, ну, как раз книжная страница, а мы... PDF, это значит, мы отталкиваемся от формата книжной страницы, он практически, ну, кроме вот очень больших таких книг, альбомов, скажем так, художественных, он всегда входит более-менее в планшет. Вот в ридеры там тоже больше проблем с PDF-ами, а вот в планшетах, мне кажется, идеальный формат для его чтения, сам пользуюсь все время. Вот. Но что вот тут про PDF надо сказать, это действительно одна из ключевых таких и наших проблем, и проблем издателей. Мы уже с вами лет 5, наверное, пользуемся так активно этими разными форматами. И что выяснилось? Вот для чтения художественной литературы EPUB FB2 действительно очень удобен. И мобильные тут идут, и все что угодно. А вот... Вот сейчас, наверное, прервалась связь. Сейчас, наверное, не слышно. Ну, буду рассказывать дальше. А вот для сложного контента, с научного прежде всего и учебного, структурированного, с иллюстрациями, со схемами, таблицами, это все в EPUB практически отразить невозможно или очень сложно. Ну, существует еще такой фиксированный EPUB, но его... Он сохраняет, собственно, то же самое, что и PDF, то, как страница выглядит изначально. Так что вот в учебном образовании, ну, без PDF практически не обойтись. Переводить это и дорого. Если мы возьмем тот объем, количество книг, переводики, которые вот нужно было бы перевести там в EPUB, но это практически невозможно. И как мы видим, вот на Западе научная периодика, например, она у нас больше всего существует в цифровом формате, но все равно она остается в PDF. Никакого там движения в сторону EPUB нет. И еще вопрос. Есть ли нормативные разграничения электронных образовательных ресурсов и электронных информационных ресурсов, то есть есть ли существует соответствующее определение этих понятий. Ну, как вы видите, мы отталкиваемся в основном от нормативных документов образовательных, государственных, там до такой глубины не снисходит. Там это примерно все через запятую. В общем, понятия используются интуитивных. Но нам, разумеется, в нашей работе все определения, дефиниции надо создавать заново. Вот, собственно, одно из целей моей презентации – различить вот эти вот чисто информационные, то есть контентные электронные ресурсы, и образовательные, то есть программные ресурсы, которые прежде всего предоставляют сервисы, а не контент.
Так. Про презентацию вопрос. Да, мы оставляем здесь презентацию, ее можно будет скачать. Все без проблем. Так, про портфолио вопрос. Ну вот это мы сейчас еще коснемся про портфолио. Так, Сугата Митра. Индус Сугата Митра, он давно двигает идеи про самоорганизующуюся информационную среду. Он на уровне школы работает. Ну, в данном случае, на мой взгляд, мы имеем дело просто с еще одной концепцией. Как я пытался показать, когда мы говорим информационная среда, то мы можем говорить обо всем, что угодно, лишь бы это было на компьютере, дистанционно, через интернет. Самоорганизующие, значит, тоже так построено, где там требуется меньше преподавателей или такие программные средства, которые помогают это организовать без привлечения специалистов, там, без школы там, или колледжа, наверное, что-то такое. Вот. Но все это интересно. У нас есть такое понятие MOOC, открытые онлайн-курсы. Это вот тоже своего рода самоорганизующаяся информационная среда. И вообще здесь, я считаю, может быть очень много разных подходов. Так, про B2 было сказано. Так, ну про презентацию еще раз повторюсь. Вот прямо отсюда можно скачать. Она у меня поставлена галочка, что разрешено скачивать. Вот, ну вам помогут, да, наши коллеги. Все можно будет скачать. Определение электронного образовательного ресурса зафиксировано в государственном стандарте, а про информационные ресурсы нигде нет ничего. Ну вот мне кажется, что информационные ресурсы — это вообще самое широкое понятие, которое только можно придумать, потому что все это информация. Вот я вместо информационного, наверное, то, что вы имеете в виду, использую контентные профессиональные ресурсы. Вот у меня на этот счет есть статья, как работают профессиональные контентные системы. Вот там более специализированно определяется именно то, те ресурсы, в которых дается профессиональный, в том числе учебный контент. И там уже, конечно, и дефиниции должны быть, и какие-то стандарты, нормы. Но, собственно, вся наша проблема, вот, которая собрала нас на этом семинаре, то, что нам нужны какие-то модели разработки информационно-образовательной среды. Не просто делать абы что, собирать в какую-то кучу, а иметь какой-то стандарт. А поскольку мы в системе государственного образования действуем, то вот так вот без стандартов, без того, чтобы нам определили хотя бы основные векторы, конечно, жить очень сложно. Но чтобы это возникло, все равно должна быть дискуссия, должно быть понимание у профессионалов, то есть нас. Я думаю, что через какой-то этап вот этой дискуссии возникнут действительно и дефиниции, и стандарты, и именно модели того, какие информационно-образовательные среды должны создаваться, какие там черты. Так, вот у нас большая реплика Юрия Николаевича. Вот, ну тогда призываю их прочитать. Это уже наша дискуссия о понятиях ЦОР, ЭОР. Да, у нас уже довольно много таких понятий, каждый из которых когда-то вышло наружу, и некоторые уже ушли, некоторые в работе. Вот. Наша задача в конце концов превратить это в систему понятий, а не вот такие разовые инструментальные словечки. Итак, продолжаю тогда
Дальше уже именно об интеграции вот этих вот разных подходов и разных элементов iOS. Давайте начнем с того, кто будет это реализовывать, кто будет отвечать за построение iOS. Вот исходя из тех базовых как бы составляющих, которые входят, исходя из тех трех элементов, сразу можно и примерно определить то, чем занимается. Ну, руководящая структура отвечает за организацию и администрирование, то есть за организацию самого процесса обучения на этих технологических средствах. IT-структура вуза отвечает за коммуникацию и материальную часть, то есть чтобы это работало, как это будет работать друг с другом. Ну и, наконец, библиотека отвечает за контентное наполнение iOS, то есть за работу внутренних и внешних контентных систем. Вот, собственно, эти три начала, а организовываться они могут в самом различном порядке, информационные центры, там за что-то отвечать целиком какая-то отдельная структура, где-то они будут в союзе. Но вот исходя из сегодняшних обычных дележек, я считаю, что вот примерно те три элемента, которые всегда будут включены в этот процесс. А если грубо говорить, вот в виде формулы iOS, это совместное детище библиотеки и департамента электронного образования. Вот. И исходя из этого, мы можем представить, как будет происходить интеграция и что будет интегрироваться. Вот это, по сути дела, базовая схема единой цифровой образовательной среды вуза, которая потихоньку реализуется везде в том или ином виде. Ну, в центре этого базовый интеграционный механизм CRM, то есть управление всеми процессами, и прежде всего он должен быть интегрирован с IT-инфраструктурой, ну и к нему именно должны подключаться LMS, системы EBS, электронного каталога, которые развиты, и в том числе издательского комплекса. Вот эта схема, которой все как бы стремятся, от которой, собственно, они и пляшут. Вот. Но при этом, если мы задумаемся, что именно надо интегрировать в iOS, не обязательно же интегрировать все, да, в совершенстве, как на по прошлой схеме. Это может быть довольно сложная конфигурация, как мы говорили. Информационно-образовательная среда – это не готовый продукт, а результат интеграции контентно-обучающих подсистем вузе, именно систем, которые уже сегодня работают, и вот и эти существующие надо каким-то образом друг с другом связать. Не обязательно все совсем. Но тем не менее, по природе своих взаимоотношений мы видим, что в первую очередь связки идут CRM и LMS, то есть административное управление учебным процессом и электронное дистанционное образование. Электронные курсы, тесты и так далее. Вот там должна быть связка более четкая, поскольку они отвечают за учебные процессы. А другая такая же связка, плотная, ABIS и EBS, то есть библиотека и ее электронный каталог, то есть внутренние те книги, которые есть в вузе, и EBS как организация доступа к внешним информационным ресурсам. Это могут быть и открытые ресурсы, и даже собственные EBS. Но во всяком случае, одна EBS, всегда ее недостаточно, поскольку есть вузовская библиотека, но и одной вузовской библиотеки тоже недостаточно сегодня. Вот это такой интеграционный кластер библиотечный. Ну, издательство у кого-то есть, у кого-то нет, но, в общем-то, оно тоже подключается вот к этому информационному кластеру. И вот если мы исходим вот из этих связок, то мы легко можем построить конструкции, которые опираются на вот этот информационный кластер, и где ключевым элементом является не CRM, она там далеко не везде есть, а именно EBS. То есть, как бы выглядела информационно-образовательная система, если бы мы отталкивались EBS и интегрировали все вокруг нее.
Что, собственно, мы у себя и делаем. То схема бы выглядела так, где ЭБС легко интегрируется и уже часто интегрировано с электронным каталогом ABIS, то есть с другим контентом, и интегрируется с LMS. Пример такой интеграции вы видите на нашем сайте. Вот. Ну а дальше уже все это не так сложно связать в единый круг издательской продукции, CRM. К нему можно подключить именно не к общей CRM вуза, а именно к ЭБС можно подключать различные элементы, такие как антиплагиат, РИНЦ и прочее. Вот, собственно, наша конструкция, она и развитие, она строится от такого подхода, когда мы все можем интегрировать за вас. Все может действовать через ЭБС как некий шлюз. Собственно, вот такое решение мы и стараемся разработать, комплексное решение, то есть единую интегрированную многофункциональную платформу, которую можно рассматривать как систему управления контентом внутри информационной образовательной среды вуза. И что мы сегодня представляем вот в этой интеграционной модели? Ну, во-первых, это электронная библиотека вузовской научной литературы, то есть книги, учебники, контент. Во-вторых, это система публикации издательства научных произведений, то есть мы можем вузу предоставить инструмент издательский чисто для издания его произведений. Интегрированная система дистанционного обучения LMS Moodle, если кому-то нужна, и подходит именно Moodle, он у нас глубоко интегрирован в систему. И это могут различные дополнительные сервисы, такие как антиплагиат, да, мультимедийный энциклопедический портал, это тоже в нашей системе. Система управления подпиской и контентом вузом, это так называемый кабинет библиотекаря. То есть вот целый список сервисов, которые могут создавать основу информационно-образовательной среды в вузе. Это как раз то, что мы называем, вот этот путь, готовые решения для iOS. То есть это готовое решение можно для того, чтобы удовлетворить в ГОСы по этим основным пунктам, можно использовать нашу ЭБС как такую полноценную интегрированную систему. Вот. И ясно, что для среднего вуза это вообще очень комфортное, финансово подъемное, эффективное решение. Ему не потребуется создавать там собственные Moodle, сопровождать, расходовать это. Все готовое на аутсорсе, курсы в аренде. То есть никакие дополнительные инвестиции, кроме там оплаты уже там существующего, не требуется. Вот. У крупных вузов сложнее, они всегда идут по своему пути, и, наверное, это логично, у них есть средства для этого. В этом случае тогда ЭБС становится элементом конструктора из отдельных элементов модулей. Но это тоже достойный, интересный добавление к iOS вузу. Ну, главное достоинство вот таких решений, то, что это бюджетно и в то же время инновационно. И причем ЭБС, как краеугольная часть iOS, может быть настроена нашими программистами под любые задачи каждого отдельного вуза. То есть всегда можно создать на базе вот этой модели собственную свою ЭБС, собственную iOS. Вот. А второй путь интеграции ЭБС в вузовскую, уже существующую iOS, когда ЭБС добавляется как индивидуальный элемент существующий iOS. И таким образом это то, о чем что я называл путь, где строится комплекс. Вот. Для этого у нас тоже есть специальные средства, а именно API интерфейсы интеграции, который позволяет быстро, удобно, то есть там уже все готово к этой интеграции. Вот у нас на данный момент разработана API для LMS Moodle, то есть если у какого-то вуза есть Moodle, то мы легко можем интегрировать ЭБС прямо к нему внутрь.
А также средства интеграции с Абисами, с Мегапро, Ирбис, Руслан. То есть мы интегрируемся по меньшей мере вот с этими библиотечными элементами. Вот, собственно, два пути интеграции, как ее можно осуществлять. Так, отвечаю на вопросы, если они стоят. Но тут у нас параллельная дискуссия с Зубовым Владимиром Евгеньевичем и Юрием Николаевичем. Так, это все продолжается дискуссия про информационные ресурсы и их определение. Так, терминология. Проблема как раз в терминологии. Приходит проверяющий и спрашивает, где ваше ИОС обеспечивается доступ к электронным ресурсам. Каким? А где доступ к электронным образовательным ресурсам? Мы должны объяснять то, что объяснению не поддается, поскольку нет критерий разграничений. Да и как выстраивать архитектуру ИОС, если непонятно, к какому виду ресурса относить тот или иной сайт? Ну вот это тоже, собственно, я уже там об этом сказал, что действительно неопределенные термины. Может быть, как дополнительную информацию сообщу, что вот мы сейчас приступаем к разработке ГОСТа по электронным библиотечным системам. Общие понятия будут. Вот по меньшей мере в области ЭБС вот эти понятия будут, я надеюсь, четко определены. Если вам интересно включаться в эту работу, то милости просим, будем очень рады. Вот, на втором этапе, я думаю, что можно будет и более шире выйти на информационно-образовательную систему и тоже разработать какой-то ГОСТ. Разумеется, нормативы нужны даже вот для таких юридических вопросов. Да, ну вот Юрий Николаевич правильно отмечает, что у проверяющих на все эти вопросы ответы есть. Так, вопрос. Будет ли расширяться список платформ, с которыми происходит интеграция? Да, она расширяется постоянно, причем сервисы разного рода. Вот, допустим, сейчас у нас идет работа, к завершению подходит интеграция единого окна входа для вузов, Fedorus. Вот это позволяет, используя единый вузовский пароль, обучающему входить на все системы, к которым подключен ВУЗ, и в том числе на наш ИБС. Да, вот такие интеграционные направления. И сейчас также разрабатывается, например, платформа Discovery российских ЭБС. То есть на одной платформе можно будет вести поиск по всем ЭБС сразу. Вот. Из таких вот полноценных интересных платформ мы тоже сейчас работаем, будем подключать платформу по изучению английского языка Pearson, английской компании мировой, международной, очень крупной. Вот. Там очень мощные, интересные инструменты, то есть это тоже как самостоятельная платформа, очень сложная. Интересные. И вот я думаю, что таким образом, ну, по сути дела, любую существующую систему информационную можно интегрировать с ЭБС. Потихоньку мы тоже это будем производить. Будет ли интеграция с базами Scopus, Эльзевира, Томпсона? Спасибо, хороший вопрос. Ну, во-первых, отвечу, у нас есть интеграция с РИНЦем, как вы видели, и там преподаватель может легко видеть свои актуальные базовые показатели. И, соответственно, это не только видеть можно, но и там то, что он публикует, преподаватель, у нас идет в саму РИНЦ и, так сказать, приходит потом как результат обратно. То есть это, так скажем, достаточно глубокая интеграция. Вот. А вот с
со Scopus'ом Эльзевиром у нас тоже разрабатывается примерно такой же инструмент, но это будет просто показ своих показателей. То есть также в окошке, в личном окошке преподавателя будет модуль такой, который показывает, какой у вас на сегодня эти все коэффициенты в Scopus'е, Эльзевире, если они есть. Потому что такие уже штучки есть только у какого-то там одного, может быть, 10% самых продвинутых преподавателей. Вот поэтому мы пока это не форсируем, быстро не делаем, но какое-то это удобство есть. Ну и мы в Web of Science тоже размещаем монографии, те, которые выбирает сам Ройтер, Томас Ройтер у нас. То есть самые лучшие монографии имеют возможность попасть в базу Web of Science и тоже повысить свои показатели. Вот. Но это не такая вот как бы автоматическая схема, как с РИНЦ. Это все там уже решают они сами. Вот, так что, надеюсь, ответил на эти вопросы. Ну, а теперь чуть-чуть конкретики о том, как выглядит наша ЭБС, университетская библиотека онлайн, если она рассматривается как ядро ИОС, ну и просто как элемент, то есть что можем, как мы можем закрыть вот те требования в ГОСА, которые фигурируют, средствами одной только нашей ЭБС. Вот, поэтому немножко вернемся к ВГОСу, как он определяет какие задачи. Вот, по сути, там уже заложена некая дефиниция ИОС, и она такая очень спорная, какая-то произвольная, кто ее создал, как всегда, неизвестно, но тем не менее она попадает, что называется, в мишени, какие-то базовые вещи она называет. Вот согласно новому ВГОСу, электронная ИОС должна обеспечивать, во-первых, доступ к учебным планам, рабочим программам и к изданиям ЭБС, то есть к контенту. Во-вторых, фиксацию хода образовательного процесса. То есть это то, что стандартно предоставляет ЛМС. Проведение всех видов занятий, тоже, так сказать, ЛМС. Формирование электронного портфолио обучающегося. И взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством сети интернет. Вот. Как вы видите, задачи ясны, понятны, но как вот они комбинируются в конкретном решении, в продукте, вот это вот может быть очень по-разному. Как можем мы реализовать вот эти заявленные функции, что мы можем взять на себя. На сегодня мы реализуем практически все элементы в той или ином, в том или ином качестве. Также. Ну, во-первых, доступ к учебным планам, программам, материалам, изданиям ЭБС. Понятно, что это как раз и есть пункт, который касается ЭБС в первую очередь, даже не только нашу, а любая, уже предоставляет некий доступ. Есть, конечно, тонкость, то, что, например, учебные планы, программы – это внутривузовский контент, он в ЭБС как раз не содержится, и тут состоит просто задача интеграции внутривузовской какой-то системы электронной библиотеки и внешней ЭБС типа нашей. Вот. Тем не менее, понятно, что вот этот сервис мы можем покрывать целиком. Во-первых, как агрегатор учебных научных изданий можем давать книги, уже в готовом виде, и как репозитарий контента вуза можем брать вот эти учебные планы и программы и тоже включать в эту в общую систему, причем для других вузов это все видно не будет, это будет в едином пространстве контента вуза. Вот. Второй пункт – проведение занятий с применением электронного обучения, фиксации хода образовательного процесса. Понятно, что это реализует наш интегрированный Moodle или ваш интегрированный Moodle со всеми своими особенностями. Ну, разумеется, здесь требуется техническое сопровождение, наладка,
и так далее. Но тем не менее, все это Moodle способен брать на себя. Формирование электронного портфолио, публикация учебных работ. Вот. Это так активный обсуждаемый элемент, тоже пока не везде он реализован. У нас он реализован в двух видах, но нигде, как говорится, еще не окончательно не интегрирован. Ну, во-первых, сервисы публикации ВБС, каждый пользователь, он может публиковать и создавать на основе своего личного кабинета некое портфолио. Ну, прежде всего, свои учебные работы или научные работы, во-вторых, какие-то дополнительные материалы. Вот, подчеркну, интересный, может быть, будет для вас информация. Вот сейчас как раз у нас реализован через личный кабинет преподавателя полная возможность публиковать свои издания вот так онлайн, сразу через него, автоматом, через модерацию наших администраторов и редакторов. Вот. И новый элемент, который, я надеюсь, будет с 1 сентября, когда студенты тоже получают возможность через свой личный кабинет публиковать свои учебные работы. Сейчас во многих вузах это требуется, и Минобры это подчеркивает время от времени. В общем, все это поощряется. Вот довожу до вас информацию, что через ЭБС сейчас можно и преподавателю, и учащемуся эти публикации осуществлять, но не автоматом, а через нашу модерацию. То есть мы будем заставлять, особенно студентов, доводить это до какого-то там издательского качества, чтобы это было не засорением ЭБС, а обогащением ее. Вот. Это то, что внутри ЭБС части нашей, но, собственно, портфолио, как вам известно, есть и в LMS Moodle. Оно там выглядит немножко по-другому, но в принципе то же самое. Так что вот в плане портфолио можно пользоваться даже двумя способами. Так, сразу вопрос. В чем смысл публикации учебных работ учащегося? Как подтверждение самостоятельности выполнения или с какой-то иной целью? Но вообще за этим стоит целая идеология в Минобре, во всяком случае, в какой-то момент они очень много этим занимались. Основной смысл этой идеологии, что студент просто учится публиковать научную работу, корректно публиковать полноценно. И он выходит таким образом как бы в публичное пространство, под критику других, то есть все видят эту работу, повышается ответственность и культура его учебной работы, ну и, разумеется, качество учебной работы. Но то, что вот вы говорите, подтверждение самостоятельности выполнения, разумеется, тоже имеет место быть, то есть там подключаются там, антиплагиаты на автомате, но это можно делать и без такой системы публикации. Вот. А в целом все это направлено на то, чтобы сформировать тот самый портфолио учащегося, который ему потом поможет в жизни устраиваться на работу и так далее. Да, вот у сервисы уже есть такие, где дипломы студентов выкладываются, даже проверяются. Да, ну а тем более портфолио, это тоже уже довольно много есть. Ужасная идеология, когда в одном сборнике публикуют работы студентов и специалистов. Ну нет, вы неправильно поняли. Там не будет отдельного сборника. Это все-таки ЭБС дифференцированная среда. Да, это будет отдельный раздел, где учебные работы. И никак оно мешаться там или мешать профессиональному контенту не будет. Вот это отдельные произведения, и в цифровой среде у нас здесь нету дефицита полок, как в магазине каком-то. Мы можем везде найти какую-то нишу, она не будет засорять информационно. В то же время скажу вам тоже интересную информацию. У нас есть уже какие-то материалы, дипломы в сборниках, и к ним интерес очень большой, потому что это как раз то, как, где информация подается так, как она студенту нужна и как он ее вообще воспринимает.
не учебник, не монографии научные, а именно вот такого реферативного типа, качественно поданная, но просто поданная учебная информация. Так, пока идем дальше. Значит, вот что у нас реализовано. Если, собственно, надо поставить галочку для проверяющего, и именно так, как сформулировано это все в Авгосе, вот эта табличка с галочками уже стоит. Но обращаю внимание, что как раз в Авгосе немножко все иначе сформулировано, как я кратко там обобщал. Вот. Но тем не менее, там суть та же самая. То есть практически в комплекс ЭБС и ЛМС дает полное удовлетворение всех тех запросов, которые озвучены в Авгосе. И вот это, собственно, самое главное, что нужно знать. Это и есть вот модель. Ну что ж, тогда у нас не очень много времени вот для нашего коллоквиума, к сожалению, осталось. И, наверное, там большое обсуждение мы уже сейчас не можем запустить. Давайте, во-первых, вопросы, которые остались после нашей моей презентации, вот, озвучьте. Ну и если есть интерес вот выступить прямо там с голосом, если есть микрофон у вас, то наши модераторы могут прямо вас включать. То есть, если есть вопрос, пишите, а если есть желание как-то свое мнение высказать, ну, в первую очередь, по позиции, которая вот в моей презентации была представлена, она далеко не бесспорная, и, может быть, и вопросы вызвать, и несогласие, нужно ли БС объединять с ЛМС и так далее, вообще все это осуществимо или нет. Вот если есть такие мнения, было бы, мы с удовольствием их выслушали. Так, вот, да, Юрий Николаевич просит дать микрофон. Но это, я так понимаю, Андрей Лаптиев сейчас даст. А. Так, права ведущего у Юрия Николаевича. Тогда слушаем, он сейчас включится. Вы можете вот нажимать на кнопочку «Поднять руку». Я понимаю, так оно работает. Кто поднимает, того включают. Так. Вот уже два. Ага. Вот. Меня слышно? Да, я слышу. Добрый день, меня слышно? Я думаю, какое-то эхо происходит. Может, мне пока выключать? Я думаю, какое-то эхо происходит. Константин Николаевич, видимо, вам нужно микрофон отключить. Так. Я слышу какое-то эхо. Да, 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 да. О, вот, по-моему, сейчас хорошо. Меня слышно? Отлично.
Коллеги, я давно слежу за тем процессом, который сегодня представлен был в докладе, с точки зрения эксплуатации, применения простым доцентам, преподавателям, учителям, о чем говорил Константин Николаевич. Я не нашел ни одного узкого места, которое, во-первых, противоречит нормативно-правовым актам, во-вторых, экономики процесса, потому что это очень выгодно. И в-третьих, это очень удобно для студента. Вот я сам применяю такую интеграцию. На примере Moodle преподаю предмет экономических дисциплин, и я интегрирую туда источники из электронной библиотечной системы. Что я получаю в итоге? Во-первых, студенты получают структурированную, четкую информацию, контент из хороших учебников по предмету, выполняют все мои задания уже в моем электронном онлайн-курсе, получают оценки соответственно, то есть задача решается идеально. Когда мы видели, пока мы, извините, у нас была тоже госаккредитация, тоже были федеральные эксперты и задавали вопросы, а как это, а как то. И я мог на любой вопрос и заведующему кафедрой, и ректору показать четкий ответ. Вот статистика, вот результат. Ну, это я уже говорил. Мне кажется, отсутствует на сегодняшний день продвижение, популяризация вот именно того, о чем говорил Константин Николаевич. Вузы слабо представляют себе эти возможности. Вот, пожалуй, на этом я бы хотел обратить наше внимание о том, как нам продвигать, обсуждать и применять вот то, о чем мы сегодня увидели. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Слышно меня? Слышно? Слышно. Из-за сегодняшней темы выпал один важный вопрос, который мы должны обсудить. Это вопрос о том, для чего нужны информационные ресурсы. Ведь преподавательская деятельность – это только часть деятельности. Еще кроме этого имеет значение научная деятельность. И я сравню возможности, в этом плане возможности ЭБС. Например, у меня есть, я являюсь членом, зарегистрировался на портале Томпсона, у меня есть Research ID. И вот там этот портал предоставляет следующие услуги. Я могу там разместить чертеж, схему, какой-то черновик, список цитирований и так далее. И все это направлено на то, чтобы эти права авторские были защищены, и чтобы я потом мог на них ссылаться в процессе цитирования. Я уж не говорю про то, что разместить диплом. А у нас вот эта тема совершенно ушла. Защита авторских прав и цитирование. Потому что иначе для чего нужны информационные ресурсы? Это вот, и это важный момент, который надо каким-то образом тоже нам с вами отразить. А второй момент – это интеграция с социальными научными сетями. Я, например, зарегистрирован в сети Академии ЕДУ. Там вполне можно, там не только можно выкладывать дипломы студентов, но там можно выкладывать черновики своих статей. Во-вторых, там можно организовывать сессии, в которых будут участвовать другие заинтересованные лица с тем, чтобы что-то обсудить, какую-то проблему. И вот эта тема у нас тоже ушла из обсуждения. Может быть, придать какие-то черты вот такой вот сети для заинтересованных лиц, сети для общения этой информационной среде. По-моему, она тоже должна иметь такие функции. Спасибо. Уважаемые коллеги, ну, мне кажется, если меня слышите, речь-то шла об электронных библиотечных системах. Мы меняем предмет обсуждения
на продвижение, на закрепление авторских прав совершенно другого рода. Что такое ЭБС? Это учебники, пособия, которые имеют авторские права, официально зарегистрированные, которые можно применять. То, что говорит Александр Николаевич, это уже другой предмет и другой объект обсуждения. Если мы говорим об информационно-образовательной системе, мы должны сначала обеспечить хотя бы нормальными учебниками, рекомендованными УМО, на которые мы должны опираться. Это раз. Во-вторых, когда придет проверяющий, мы должны показать, что мы эти учебники используем. Эта статистика всегда у нас есть, в том числе и отчеты по книгообеспеченности. Это колоссальная проблема, которую мы сегодня решаем. Мы видим, что она решаема. И третье, мы совмещаем эту задачу библиотечного обеспечения в онлайн-обучении. Мне кажется, мы сейчас должны зафиксировать четкие выводы, что эта сложнейшая задача решена с точки зрения как потребителя, так и регулятора, проверяющего. Спасибо. Ну, я тут хотел немножко не совсем согласиться, потому что, когда мы с вами пишем, у нас есть сейчас требования в образовательных стандартах указать ресурсы ЭБС. И когда мы указываем ресурсы ЭБС, то мы должны, наверное, указывать не только учебники или учебные пособия. Например, для архитектурной академии очень актуально работа с чертежами, работа с большими графическими схемами, она никак не укладывается. Во-вторых, для того, чтобы развивать научно-исследовательскую работу студентов, мы должны им предоставить широкие возможности для цитирования. Поэтому, собственно, вот я проблему цитирования поднял. Пока Владимир Евгеньевич. Ага. Так, если можно, я тоже это реплику по поводу этого рассуждения. Ну вот по, если так сформулировать ваш вопрос, задача научной публикации, рецензирования там в этих всех реферативных базах, то есть повышение индикаторов своих. Я бы так сказал, что мы здесь имеем немножко задачи, которые отдельный цикл представляет, да? Когда мы говорим об информационной среде, наверное, сейчас все-таки в первую очередь мы говорим о работе вуза, вот его базовой функции. Вот то, что вы говорите, научная деятельность, она может входить сюда, и, кстати, у нас вот эти вещи во многом тоже реализуются. Я сказал, что вы можете публиковать свои работы, они будут отражаться в РИНЦ, вы там, это защищается ваши права и так далее. Вот. Но сама задача как бы из другой оперы, так бы я сказал. Потому что защита авторских прав и функция публикации, это я бы назвал задачей публикационных систем. Вот, допустим, издательство, оно изначально берет задачу подготовить вашу работу, включить ее в информационное пространство научное и дальше защищать права. Да, то есть вот это, по сути дела, его задача, о которой говорит. Когда оно передает книгу нам в ЭБС, то весь этот комплекс задач и прав делегируется нам, и мы тоже в ЭБС предоставляем, РИНС там выставляем, защищаем ваши авторские права. Но это у нас как бы не первичная задача, а само собой как вторичная функция. Вот. И еще можно сказать, что научные сети ученых, которых вот тоже мы затронули, это третий вектор совершенно независимый. Там задача коммуникации ученых, да, это не совсем входит вот в функционал ИОС учебного процесса. Это уже то, как вы существуете в качестве ученого. Там вы можете черновики какие-то выкладывать, дискутировать об этом. А если, например, черновики в ЭБС будут, то просто формат нарушится.
У нас уже как бы только статус публикационных работ может существовать. Если пойдут черновики, какие-то схемы, то это будет некий такой информационный мусор. Вот, то есть, мое мнение вот на ваш вопрос, как какая-то вторичная дополнительная функция, все это имеет место, и мы можем ИОС нашу добавить, и часто добавляем. Но все-таки надо различать разные информационные системы. ИОС, публикационную систему и коммуникационную. Могу я дополнить еще своим комментарием? Пока Валерий Евгеньевич ищет кнопку вверху на микрофон нажать. Я уже все то, что говорил Александр Николаевич, это не является вообще-то проблемой, потому что ссылки на внешние социальные сети, профильные социальные сети, ЕДУ Академия, по-моему, так называется, это не является вообще проблемой в нашем предмете. Просто студенты, аспиранты, магистранты и так далее используют эти ссылки, и все, и задача решена. Другое дело, вот про формальные признаки, про которые заметил Валерий Евгеньевич, мы не можем избегать требований аккредитации, лицензирования. И в этом случае предмет сегодняшнего обсуждения ЭБС плюс СДО является крайне полезным. Когда приходит федеральный эксперт и проверяет, дайте мне договора, дайте мне статистики, дайте мне отчеты, мы должны им что-то дать. Поэтому я бы не стал бы расширять тему социальных сетей и так далее. Мы должны решить хотя бы эту задачу, но идеально. Спасибо. Я не знаю, слышно меня, нет? Это хорошо, Валерий Евгеньевич. Алло, слышно меня, да? Что-то слышно. Прерывается. А, слышно. Значит, если можно, я хотел бы вывести слайд вот с основными вопросами, которые вы выносили на обсуждение, чтобы по ним коротко сказать. А, нет, нет, нет. Вот последний слайд, который вы предлагали для обсуждения. Вот то есть зачем там это все нужно? Можно ли обойтись без этого? И тому подобное. Да, вот примерно, ага. Вот, то есть, вот, видите, все наше обсуждение, оно в конечном счете сводится к чему? Что от нас требуют этого соответствующие нормативные документы. То есть, вот основная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что внедрение всех этих систем, оно нам, вузам, по сути дела, навязывается. Нас обязывают работать, использовать эти электронные ресурсы, без учета того, нужно это вузу, не нужно это вузу, можем мы без этого обойтись, не можем мы без этого обойтись. Вот поэтому, значит, вопрос тут, мне кажется, в конечном счете будет решаться именно таким путем. Обяжут нас, сделаем, не будут обязывать, не будем делать. По той простой причине, что внедрение всех этих систем – это достаточно большие средства, затрачивать которые должен вуз из собственных ресурсов, которые он зарабатывает. Вот. Поэтому, естественно, здесь у нас будут возникать очень большие проблемы с активизацией этого процесса. Другое дело, если бы вот эта инициатива, она исходила от самого, так сказать, вузовского сообщества. Но здесь есть очень много, так сказать, подводных камней, которые препятствуют такого рода инициативам. Вот. Поэтому в ближайшее время, я думаю, здесь подвижки будут происходить только на уровне вот тех импульсов, которые исходят от Минобра. Что касается интеграции и так далее, конечно, хотелось бы, чтобы она была. То есть, вот если вуз действительно начинает с нуля, ему есть смысл брать готовую систему, но тут тоже есть одна проблема. Проблема, связанная с чем? Что система, которая актуальна на данную минуту и перспективна на данную минуту, через некоторое время может оказаться на задворках и будет заменена какой-то другой системой. Причем это тоже могут сделать в директивном порядке. Вот обяжут всех работать, допустим, там в Moodle, и будем работать в Moodle. Обяжут работать в какой-то другой системе, и про Moodle уже никто не вспомнит.
А вот такие вещи, они вполне возможны, поскольку, ну ладно, это отдельная, так сказать, тема, на эту тему я не буду касаться. Вот поэтому, значит, вот все эти вещи, нужна ли интеграция? Конечно, нужна. Тут вопрос даже не обсуждается. А вот что требуется от ЭБС, этот вопрос у нас будет решаться на индивидуальном уровне, то есть в тех вузах, где есть свои электронные информационные системы. Вот, например, в нашей системе, я знаю, значительная часть обучающихся, она работает вот с библиотекой онлайн, вот, с библиоклубом, вот, и достаточно успешно работает. Но использовать вот все остальные сервисы, которые предлагаются, мы не можем, потому что у нас уже создана своя система, с которой мы работаем. Вот, все бросить, то, что у нас было сделано, и перейти на новую систему, но вы сами понимаете, что это нереально, это мы потеряем и контингент, который привык уже обучаться и работать в одной определенной среде. Вот, и переходить на новую, то есть тут нужно все начинать с чистого листа. Вот, это хорошо для вузов, у которых нет, и можно предлагать такие системы. В вузах, где есть уже свои вот электронные информационные системы или информационно-образовательные системы, или элементы их, вот здесь, может быть, имеет смысл вести о том, чтобы интегрировать какие-то отдельные элементы, в том числе вот ЭБС и тому подобные моменты. Вот, исходит ли угроза от МОК? И стоит ли вузам принимать вызов? Ну, тут пока я не готов отвечать. Тут мне сказать, по сути дела, нечего, потому что тут ситуация будет определяться не только вузами, но и другими структурами. Вот, насчет исчерпывающего определения, но есть, насколько я знаю, на уровне вот ГОСТов определение ИОС. Понятно, что оно не исчерпывающее, но оно рабочее, оно есть и можно оперировать. Вот плохо, когда нет никакого определения. Пусть вот там возможна ситуация, когда лучше, чем есть неправильное определение, чем нет никакого. Вот обойтись без ООС. Да, если исходить из интересов образования. Нет, если исходить из интересов Минобра и прочих структур. Вот можно ли обойтись без ЭБС? Ну, я уже говорил, что обходились на протяжении тысячелетий. Можно и сейчас обойтись, но вопрос, стоит ли обходиться без них. То есть, конечно, если они есть, их надо использовать. Вот. Любыми средствами реализовывать ИОС. Ну, собственно, решение на аутсорсинге – это тоже способ реализации ИОС, поэтому тут нет проблемы. Вот. Все, ну, по интеграции я уже сказал. Ну, прошу прощения, что несколько сумбурно. Да, кто будет создавать? Вот. По силам ли преподавателям? Безусловно. Кому-то по силам. Кому не по силам, тот не сможет освоить. Тут тоже, по-моему, абсолютно ясно. А вот кто будет создавать? Ну вот, мой опыт работы все-таки. Я считаю, что оптимальный вариант – это когда курс создает преподаватель. Но когда, опять же, в ВУЗе создана система, вот здесь уже из рук конкретного преподавателя этот процесс будет уходить именно потому, что это система. Преподаватель, он творец, он делает так, как ему больше нравится, так, как ему хочется. А система, она может требовать совершенно других вещей. И тогда здесь нужны соответствующие службы, которые будут оперировать уже, работать с контентом, который предоставляет преподаватель. Ну все, извините за отнятое время, прошу прощения. Все, я закончил. Спасибо. Так, мне руку опустить, да? Константин Николаевич, можно я дополню комментарий Валерия Евгеньевича? Поскольку у меня микрофон включен, позвольте я прокомментирую слова Валерия Евгеньевича. Насколько нам известно, Министерство образования и науки, так же как и РОН, не требует единого стандарта по платформам. Да, есть решение для ведущих вузов. Лично Ливанов дал им поручение на EDX, на американской платформе, приступить. Создать национальную платформу и так далее. Но это не является ограничением для вуза никак. Есть федеральный закон, есть масса нормативно-правовых актов, которые предоставляют право вузам применять
дистанционные образовательные технологии без оговорки, какую именно. И если ВУЗ применяет свою разработку, свою платформу, никто не может ее запретить или навязать сверху. Это тренд. Это то, что не может министерство запретить или отменить. Поэтому ЭБС – это замечательное решение. Оно хорошо, отлично годится как для студентов, как для преподавателей, так и для проверяющих, так и для ректора. По всем случаям жизни. Это выгоднее. Это лицензионное право, это авторское право. Все можно законно применять, все эти ресурсы. Что касается интеграции в вашу СДО, я полагаю, что Константин Николаевич, возможно, будет готов связаться с вами и обсудить эту интеграцию. У него есть потенциал технологический и ресурсный для того, чтобы обсудить именно такую интеграцию. Хотя для проверяющего или для студента, ну какая разница? Вот он учится в дистанционной платформе, на дистанционном обучении у себя, а учебники, пособия читает в другом месте. Ну нету интеграции, ничего страшного. Хотя, если она будет интегрирована, хорошо. Что касается вашей ремарки про авторство при создании онлайн-курса, его возможности. Да, преподаватель, вот я тоже доцент, преподаю много лет, применяю онлайн-курсы. Я создаю сложные, а кто-то создает простые онлайн-курсы, где есть методичка, есть форум, есть какие-то пара-тройка ссылочек на полезный ресурс. Это тоже хорошо. Слава Богу, что министерство не требует, пока нет таких требований, стандартов по онлайн-курсам. И предоставляет это право вузам, нам то есть. Про МОКИ я угрозы не вижу. Это тренд в сторону рекламы, в сторону продвижения, но он не совсем связан с системой самого образования. Это отдельное направление, нам никакой угрозы здесь нет. И проблема эта раздута, перегрета, это пузырь, очень дорогой пузырь, массовые онлайн-курсы. Не обязательно всем нам подкидываться и создавать, и вкладывать в это средство. Возвращаясь к теме сегодняшнего обсуждения доклада, я вижу проблему в отсутствии информации о возможностях, о плюсах, об экономике вот этой интеграции ЭБС, портфолио, образовательная, информационно-образовательная среда. Я вижу плюс. И он неформальный. В министерстве тоже есть нормальные здравомыслящие люди. Они прописывают общие рамки для нашей работы. И мы просто должны эти рамки использовать. И, по-моему, мы и эти рамки сегодня хорошо видим конкретно, реально. И нужно брать на вооружение вот эти плюсы, о которых говорил Константин Николаевич. Я сожалею, что мы пока еще не сумели хорошо осознать эти наши возможности. Спасибо. Я что ли еще включен? Прошу. Да, спасибо, Юрий Николаевич, Владимир Евгеньевич. Такие как раз по всему спектру вопросов прошли очень трезвые суждения. Ну, из того, что так меня сразу включило, жалко, что все-таки такая дилемма возникает, приказы сверху и движение снизу, да, всегда они не совмещаются вместе, а пока это не будет движение хотя бы гармонично с обоих сторон и достаточно так напористо, реального успеха, наверное, не будет. Вот хочется больше вот этой движения снизу, инициативы снизу поднимать, чтобы все-таки вот, ну, не все спускали сверху, потому что это будет совсем как-то неинтересно. Вот, но еще вот я бы обратил внимание, шестой вопрос, мне кажется, здесь большая проблема лежит, вот вы сказали, что предпочитаете, когда электронные курсы создают преподаватели, в то время как, конечно, по силам создавать и осваивать преподавание далеко не всем, очень даже немногим. Вот тут возникает такой digital divide именно в нашей сфере, когда
очень немногие могут быть на высоте вот этих всех технологий. Если, например, с учебниками у нас была другая ситуация, когда создавались издательствами, и лишь некоторые преподаватели были способны создать свои учебники тоже через издательство. Вот тут у нас какая-то другая ситуация, когда издательств по сути нет, создают только преподаватели, вот, но при этом далеко не все могут и создавать, и вообще и их осваивать. Вот мне кажется, пока мы этот digital divide не преодолеем, не будет такого движения вперед реального. Вот. Ну что, коллеги, тогда подходим к концу, и коллоквиум на нас немножко получился на полчаса, и я все сказал, что хотел. Что ж, благодарю тогда всех за участие и внимание, и время, которое потрачено. Обращаю внимание, через 2 дня будет еще у нас один семинар о том уже, и как интегрировать ЭБС в ЛМС. И прежде всего, и общие вопросы немножко затронем, но главное уже конкретные. Это как наш контент вот из ЭБС можно переносить в свои учебные курсы, что представляет собой этот мультимедиа-контент в нашем случае, как лучше из ЭБС брать или из открытого интернета, как использовать готовые тексты и контент как песочница, Moodle, ну как публиковать свои материалы, тоже затрагивали мы сегодня. В общем, приглашаю вас от души поучаствовать и жду вас в четверг, кому будет интересно. Еще раз благодарю всех за внимание. Надеюсь, вы время потратили с пользой. Всего доброго.